В Екатеринбурге разукрасили троллейбус, но в депо этому только рады. Транспортники сами попросили детей взять в руки кисти и краски, чтобы перевести на одном рогатом целый город. Теперь на его бортах цирк, вечный огонь и парк Маяковского. Рисунками троллейбуса украшают каждый год. Нынче темой для детского творчества стали русская литература, ведь 2015 ее год, и юбилей Победы. Так на бортах появились георгиевские ленты и памятник «Седой Урал». Необычный троллейбус будет ходить по первому маршруту от Химаши до ЖД вокзала, что символично. Именно в этом направлении пустили троллейбусное движение в годы войны в Свердловске. Юные художники надеются, что арт-объект станет настоящим украшением городских дорог и придется по вкусу жителям. Водители обновленный транспорт уже оценили. Мне, как водителю, меня тоже интересует, чтобы мои перевозимые пассажиры были довольны не только поездкой, но и внешним видом наших троллейбусов. То есть для меня это важно, чтобы человек, и садясь в троллейбус, и выходя из него, у него было хорошее настроение.